Всем привет! И сегодня в данном видео я расскажу немножко о интернет-магазине Toffee Shop. В этом магазине есть абсолютно все, что необходимо современной девушке. Здесь есть всевозможные средства для ухода за ногтями, волосами, кожей, а также нужны все материалы и инструменты для салона красоты. Также в этом магазине очень часто действуют различные акции. И совсем недавно я купила там себе гель-лак от фирмы Kani под номером 92, о котором очень давно мечтала, и предлагаю посмотреть на него поближе. Открываем данный гель-лак и можем увидеть, что его консистенция достаточно плотная, но нельзя сказать, что она густая, и это огромнейший плюс. Берем форму, на которую я предварительно нанесла базу, и начинаем наносить цвет. В общем, данный цвет можно наносить только один раз, из-за того, что консистенция достаточно плотная и цвет яркий, нужно только нанести его равномерно. Нанесли и теперь отправляем в лампу. На этом гель-лаке не указано, сколько времени нужно его держать. Лично я сушу его 2 минуты. Но это среднее время, за которое может просохнуть любой гель-лак. 2 минутки прошло, лак высох. И мы можем наблюдать, что слой вышел достаточно равномерный, нету никаких разводов. И, в принципе, второй слой уже не нужен. Но для уверенности, из-за того, что данная пластина достаточно большая, я нанесу еще один. Мы просушили второй слой. Смотрим, нет ли у нас каких-то проблем. Можем увидеть, что все хорошо, нету воздушных пузырьков, нету разводов. И в принципе можно сказать, что покрытие идеально. Но мы сделаем небольшой дизайн и будем закреплять. Сейчас я просто возьму и нанесу буквально несколько линий для того, чтобы покрыть блестками и сделать элементарный дизайн, чтобы все-таки как-то обыграть данный цвет. Посыпем блесточками, высушим в лампе и будем закреплять. Вот такая красота у нас получилась. Мы отправляем в лампу и ждем 2 минуты. Сейчас мы берем топ, закрепим наш дизайн и, может быть, даже поставим несколько стразиков или хотя бы один. Вот так вот. В общем-то, симпатичненько получилось. Мне, в принципе, любой дизайн с этим гель-лаком очень нравится. Берем несколько капелек базы, ставим там, где мы хотим увидеть стразики. Так. И по очередности ложим. Вот так. Вот такой дизайн у нас с вами сегодня получился. Напомню, что это был гель-лак от фирмы Kani под номером 92. Вот дизайн, который у нас получился. И не бойтесь заказывать в этом магазине. Ссылочка на него
под видео. Ставьте пальцы вверх и до скорых встреч!